Всем привет, друзья! Наконец-то мы сможем поговорить о Тинькофф инвестициях. Что, собственно, происходит сейчас в такое достаточно нелегкое время на рынке? Так, потихоньку отрастает киви. Вот 8% падения. Скоро, я думаю, будет скачок вверх. Покупал я киви по 960 средняя цена открытия 877. И сейчас на данный момент я буду завтра продавать, сегодня не уследил. Это московская биржа, она отросла на 4%, и заработаю с этого на самом деле не очень много. 3,87%, 36 рублей. Также отросли подарочные акции, АФК Система, Банк ВТБ, ФСК, АЭС. Доллар у нас, собственно, ну, потихоньку стабилизируется, 7,6. Ну, в принципе, остается таким же, как и был. Из положительных отзывов, но из положительных фишек, это вот только Московская биржа, она отросла, и я буду ее завтра продавать. А пока не решил, буду выводить деньги, либо купить что-то еще, потому что непонятная ситуация в стране, собственно, и что будет дальше, тоже непонятно. Вот такие вот новости, собственно, друзья. Спасибо, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Удачи на фондовом рынке.